Всем приветики. Купил себе такой мультиметр и для того, чтобы, короче, измерять всякие напряжения, там, постоянное, переменное. Правда, это уже, я уже его успел спалить. Купил, короче, себе такой мультиметр. В общем, что идет в комплекте? Вот в такой коробочке мультиметр цифровой. Так вот он выглядит спереди. Сверху, снизу, внимание, обработанное зелень необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пультах утилизации можно на сайте, короче. По бокам, что по бокам? Индикация разряда батареи, ЖК-дисплей, защита от перегрузки. Здесь даже защита есть. Батарейка в комплекте. Вот, дата изготовления. А потом, что здесь? Постоянное напряжение, переменное напряжение. Здесь даже показано, что вот это постоянное. Ну, и на нем все есть. Это типа вот постоянное. Потом переменное. Постоянный ток. Это мы измеряем. Вот он, постоянный ток. То есть напряжение и ток. Электрическое сопротивление измеряется. Проверка диодов. Вот она. Проверка транзисторов. Вот она, ХФЕ. Звуковая прозвонка. Здесь же и генератор сигнала. Вот он. Вот. Снизу мы смотрели, сзади. Мультиметр цифровой М832. То есть вот этот. ДСВ, АСВ. То есть постоянное напряжение, переменное, постоянный ток. Сопротивление, это у нас что там, я уже забыл, транзисторов, дальше диоды, звуковая прозвонка, максимальное показание дисплея, число, ну, в общем, здесь все расписано, что, как, для чего, вот, внутри, собственно, лежал сам мультиметр. Вот он, без упаковки, без ничего, просто мультиметр там лежал, там уже ничего нету. Рядом с ним лежали щупы в этом пакетике. Инструкция, вот она. Вот она, инструкция. А как же она здесь начинается? Наверное, отсюда. Типа вот, инструкция по эксплуатации, описание. И здесь вот все функции, типа функции, обозначение, где что находится, 1, 2, 3. И дальше в тексте, наверное, будет говориться, типа, посмотрите на 1, это экран, там вы увидите то-то, там вы увидите это. И здесь вот оно все расписано. Что, как, чего, технические характеристики, работа с прибором, измерение постоянного переменного напряжения, измерение сопротивления, внимание. Если измерение специальной на схеме, измерение выключайте питание, разделите все емкости схемы, температуры. Ну, у меня такое, ну, мой температуру не меряет, как бы это, наверное, общая инструкция для всех этих вот моделей. У меня такого не меряет. Вот, генератор сигнала. А что там дальше идет? Гарантийное обязательство, но это уже так. Да, это, наверное, вот отсюда начинается. Это как книжка идет отсюда, во первой странице. Вот она потом переворачивается вторая, третья и в конце концов четвертая. То есть это как книжка идет такая. Вот она отсюда начинается. Да. И продолжается она на следующей странице. То есть таким вот образом идет. Так вот, я просто хочу, чтобы в кадр все попало, чтобы можно было, допустим, даже если я потом инструкцию потеряю эту, открыть это же видео и посмотреть, ну, посмотреть, что здесь, в общем, написано. Но я не знаю, видно ли там, вот если я так буду держать. То есть, если сделать на паузу, и, допустим, можно ли все это почитать потом будет. Здесь там как-то на экране маленького телефона слабовато видно. Там, может быть, получше будет, не знаю. Это вот все.
вот эта страница, потом вот эта страница. Но так-то она точно хорошо видно. То есть, да, вот так вот норм видно, точно хорошо видно. Вот эти верхние и нижние нам не нужны, а вот это все, что нужно. Ну, вроде бы сейчас так хорошо видно, вроде кажется как. Так. Это чисто для себя, чтобы потом, если вдруг, мало ли, реально где-то коробку потеряем с инструкцией, как мне потом все это все дело найти будет. А так я зайду сюда и все это увижу. И буду доволен, что я хоть как-то сохранил все это дело. Такие вот. Вот, короче, инструкция такая. Она как книжка идет, правда, она так вот. Ты ее, получается, когда распакуешь, ну, если запакована, она, естественно, каким-то непонятным образом, чтобы лучше лежала, а ты себе уже как книжечку делаешь, так вот. Вот так вот, типа. Да. Или нет, наоборот, вот так. И потом можешь в нужный момент этой книжечкой воспользоваться. Погортать, повертеть. Вот, и суть в чем, вот он прибор. Я, короче, его... Там еще внутри батарея стоит. Сам прибор вот как выглядит. Идет... Это сейчас два щупа стоят. Вообще их можно убрать. Вот он сам прибор. Как выглядит экранчик. Здесь все показывается. Здесь меряем постоянный ток. Здесь перемены. Здесь силу тока меряем. Это я уже опять забыл, что это. Потому что мне оно не надо. Прозвонка и сопротивление. И это еще для чего-то надо, но это же не знаю. Короче, надо инструкцию дать. Просто я. Ну, мне как типа. Ну, каждый же берет для своих целей. У меня цели мерить вот это, и вот это, и вот это, и поразванивать. Все. А остальные функции, ну, мне. Они особо не нужны. Здесь как бы вот так вот выглядит. Именно у меня М832. Вот. Такой вот он со всех сторон. Ничего нету сзади. Внимание, для предотвращения поражения электрическим током. Перед открытием оцените щипы от... То есть, например, воткнул их в розетку, их собираешься открыть, вынимай щипы, чтобы тебя не ударило током щупы. Вот. Это вот диапазон измерений. То есть, переменный ток 200... И 750 меряет. Ну, естественно, если нам нужно померить 220, то мы ставим не на 200, а на 750. То, что на 220, это уже будет для него перегрузка. И... Ну, там написано защита, но мало ли, вдруг не выдержит, а защита и сгорит. Вот. Вообще, продается он без батареи. Сейчас тоже батарея стоит. Вот если включить, пойдут какие-то показания. Вот. А вообще, он без батареи продается. То есть, ну, вернее, он продается... с батареей, но она не вставлена. И когда ты покупаешь, когда я покупал, мне его открутили прямо там на месте. Хотя, по идее, ты пришел, купил, принес домой, открыл, сам все вставил, но там мне проверили и вставили сами батарею. Так вот он открывается. С этой стороны у нас ничего такого нету. Вот, здесь само устройство такое. Вот она батарея, 9-вольтовая ставится. Она идет в комплекте, тоже на ней идет пакетик такой. Его там разорвали, выкинули, вставили батарею сюда. Здесь показано плюс-минус, хотя если ты здесь по-другому не поставишь, одно больше, другое меньше здесь идет. Это вот сюда щупы присоединяются. Это предохранитель, там типа если будет какая-то жесть твориться, он сгорит. Ну там такая маленькая волосинка внутри. Вон она видна. Она лопнет, и тем самым он вырубится и не будет работать. И ты ее вытащишь потом, когда разберешь, ставишь другой, он снова заработает. Это нужно для того, чтобы прибор не сгорел. Вот здесь всякие такие схемки. Здесь особо-то ничего и нету. Здесь сюда щупы составляются, есть плата с какими-то вот маленькими микросхемками. На той стороне просто крутелка, вот она. Она будет на той стороне. Здесь так-то особо и нет ничего. Как он здесь что измеряет? Непонятно. Но как-то измеряет и показывает даже. Это вот сама пищалка. Кстати, это экран. Вот. Сюда вставляется. Здесь вон две защелки. На защелке.
закрывается. И он, в принципе, уже закрыт, но не плотно, и он может раскручиваться. Ну, то есть, если его кинуть, то он явно откроется. Поэтому здесь нужны шурупы, чтобы зажать его плотно, и он уже никуда не делся, не раскрылся, не убежал. И вот мы его закрываем, закручиваем. Правда, как-то он что-то уже и не крутится, наверное. А нет, просто большой ход шурупа. Большая там резьба, поэтому пока закрутишь, кажется, что... Ну, бывает, когда ты сильно жмешь, раз, и сорвал резьбу, и она уже прокручивается. Но здесь нет, здесь просто она длинная такая. Все, уже закрутилось. Вот, и фишка в чем? Я его купил, я им пользовался, измерял напряжение, такое-такое, и измерял силу тока. Но так как я в этом особо не шарю, я ее измерял так же, как и... Ну, минус мы подсоединяем сюда. Вот он как бы минус. Всегда здесь минус стоит. А плюс в зависимости от того, что нам нужно померить. Если постоянная или переменная, то мы вставляем сюда. Вот здесь зелененькое, мы к зелененькому вставляем. Или пищалку вот тоже сюда. Здесь оно, в принципе, помечено. Здесь вот зелененькое стоит. И здесь вот отмечено зелененьким, где он должен стоять. А здесь, где беленькое, вот оно тоже отмечено беленьким, где оно должно стоять. Вот, в принципе, надо померить что-то из этого, вставляем в зеленое вот сюда. Надо померить что-то из этого, вставляем в белое сюда. Хотя омы, то есть сопротивление, вот, оно нарисовано здесь, вот омы. То есть все равно вставляем сюда. Вот. Я мерил себе... Ну, прозвонкой пользовался. Вот она. То есть, фишка в том, что при соединении оно пищит. Ну, то есть, если ты берешь провод, ты же не знаешь, целый он или нет. И чтобы проверить, целый он или нет, мы можем воспользоваться пищалкой. То есть, вот берем, допустим, оранжевый провод. То есть, например, не работает моторчик. А чего? Потому что, например, провод в середине где-нибудь может быть обломан. И тогда он не будет соединяться и не будет работать моторчик. А так мы к одному концу щуп, ко второму концу оранжевого провода щуп. Если пищит, значит оно соединяется. Вот так они же пищат, когда между собой соединяешь, пищат. И провод, если целый, получается, он соединит эти два щупа между собой. И они запищат. И тогда ты узнаешь, что провод целый. Вот. Это то есть... Прозвонка проводов идет такая. Вот. Или, например, напряжение, допустим, нужно померить переменное. Соответственно, если мы хотим померить 10 вольт, то ставим на 20. Если хотим померить там 40 вольт, то ставим уже на 200, потому что это больше, чем 20. Иначе, ну, это уже будет как бы... Ну, он может сгореть, потому что это больше, чем надо. То есть, ставим именно... Если хотим 250 померить постоянного тока, или там 300, ставим уже не на 200, а на 1000, потому что 250 больше, чем 200. Вот, и оно уже покажет ожоя, высокое напряжение. Также есть переменная. Если переменная, то... Кстати, если переменный ток померить постоянным, или наоборот, прибор тоже может выйти из строя. Или вот как я его спалил. Ну нет, это другой. Я, короче, поставил на 10 вольт, на 10 ампер. Ну все правильно сделал. Поставил сюда. Но я мерил так же, как и напряжение. То есть напряжение ты просто вот в розетку всовываешь два провода и проверяешь. И оно тебе показывает. А силу тока нужно мерить. Ну то есть ты... Параллельно включаешься в сеть, чтобы напряжение померить. А силу тока ты должен последовательно. То есть, допустим, вот тот же взять моторчик. Если напряжение померить, ты можешь вот так вот просто, сколько там напряжения к нему приходит, просто два провода ткнуть сюда, допустим, сюда и сюда, и померить, сколько там к нему напряжения пришло. То силу тока надо мерить. Вот, допустим, сюда приходит по этому проводу. То есть так ты включаешь эти два провода, допустим, к батарее. Ну, к источнику питания. Один провод ты включаешь к источнику питания. Ну, то есть вот так вот ты включаешься параллельно. А тут ты включаешься последовательно. Один идет к источнику питания, а второй провод ты включаешься последовательно. То есть вместе
вместе с прибором включаешься в сеть. То есть один провод, так ты включаешься вот так, допустим, здесь источник питания. Вот, допустим, это идет блок, и к нему подключается. И моторчик крутится. И ты хочешь померить, сколько к нему приходит вольт. Ты включаешь там постоянка, потому что это постоянка, допустим, там вот 20, к нему приходит там 3 вольта. Сюда вешаешь щупы, сюда вешаешь щупы. Тебе показывают, ты параллельно померил. А силу тока, чтобы померить, сколько к нему силы тока приходит, ставишь, ну, естественно, когда меряешь, то напряжение ставишь сюда. А когда силу тока, уже ставишь сюда и включаешь там, допустим, ты же не знаешь, сколько туда приходит. А раз не знаешь, ставишь максимально 10 там. А потом будешь, ну, чтобы точнее померить, можно уменьшить там, допустим. Вот. И уже включаешься последовательно. То есть ты уже не так ему даешь напряжение, сразу напрямую подключаешь. А один провод включаешь напрямую, а второй провод включаешь вот так в сеть и вот так. То есть спускаешь ток не напрямую, а через прибор. И прибор тебе покажет, сколько там работает. И, по-моему, плюс ты включаешь к прибору, ну, то есть плюс от прибора к источнику питания включаешь напрямую, а минус ты подключаешь к источнику питания, а плюс уже сюда вешаешь на этот минус, и тебе покажет силу тока. Но сила тока тоже должна быть не больше 10 ампер, потому что написано максимум. И тогда будет это. А я, во-первых, сразу неправильно померил. Я просто... Там была довольно-таки большая сила тока. 8 ампер. А мне нужно проверить, было 8 там или не 8. Я так ткнул. Это было, во-первых, неправильно. А потом мне объяснили, что так неправильно. Я уже сделал правильно. Но я так сделал, а оно все равно, типа... Короче, искрило и глючило, короче. Ну, в общем... Видимо, там не 8 ампер, как написано, а может каких-нибудь ампер 12, 15. Ну, вряд ли 15, но может каких-то там 12, например, а ему максимум 10. И поэтому от 12 тут заискрило, короче. Вот, и сгорело. Ну, все работает, но уже ток меряет плохо. Ну, можно сказать, вообще не меряет. Поэтому я отнес, сказал, ребятки, что-то он какой-то бракованный. Ну, они померили. Как там так? Ну, он там вроде работает, все нормально, но просто... Мы его открыли, там внутри даже не видно, чтобы что-то сгорело. Вроде бы все нормально, но силу тока он не меряет. Ну ты скажи, что я его спалил. На нем уже ничего не видно, он же нигде. Внутри открываешь, все такое же, там было все такое же цельненькое, как и здесь. Мы даже в другую сторону перевернули, а там просто крестовка, там нет ничего. И в итоге, просто занес, сказал, ребята, вроде как-то бракованный, но мне заменили. Потому что он померил, посмотрел. Ну, вроде вольты меряет, вроде все нормально, все хорошо. А вот именно силу тока как-то странно. Он меряет, тем более, что при продаже он померил, он проверил работоспособность прибора на розетке, вольты померил. Все работает, а силу тока-то он не мерил. Откуда он знает? Так она показала, не так, может, он так изначально был. Но в итоге он поменял мне. И хорошо. Но, блин, я думаю, что все-таки там больше, чем 10 ампер, потому прибор изгорел. Потому что... Ну, я именно и хотел проверить, выдает ли он 8 ампер, но он, видимо, выдает больше, поэтому прибор сгорел. Ну, не сгорел, а вышел именно измерение силы тока вышло из строя. И показывает нам теперь билиберду. И вот, поэтому я вернул, и хорошо как бы. А как оно работает, в принципе, можно сейчас замерить, затестить. Сейчас покажу. Как это, ну, измерение проводов я уже показывал, что оно пищит. А вот силу, можно даже сейчас розетку померить. Ну, вот она, в общем-то, розетка. Вот он. Мы хотим померить в розетке переменный ток. Мы хотим померить переменный ток. Ставим 750, не 200, потому что там больше, чем 200, 220. 750. Берем два щупа. Стоит на переменке 750. Вот розетка. Вставляю розетку. В розетке оно не важно. Ну, то есть, здесь плюса и минуса нету. То есть, сюда можно в любую, хоть так сувать. Вот мы вставляем один в розетку, второй в розетку. Нам показывает 220. Прыгает, короче. 230. Короче, от 225 до 230 прыгает. То есть там не 220, а прыгает. То есть оно немножко больше, чем должно быть. Соответственно, если сюда подсоединить прибор какой-то, который должен от 220 работать и выдавать там 24 вольта,
если здесь будет 230, он уже будет выдавать не 24 вольта, а, например, может больше выдавать 25, например, то, что здесь больше. И вот даже если щупу поменять, я сейчас вот так вставлял, поменять вот так, то будет показывать сколько... ...227 показывает. Кстати, по-моему, здесь же есть плюс... Здесь, в общем, идет один выход, это 0, а другой это ток. То есть, если сейчас сюда взяться гвоздь, руками взяться за гвоздь и засунуть в одну дырку, тебе ничего не будет, а во второй тебя будет бить током, потому что там только один провод под напряжением. Соответственно, вот мы сейчас вставляем, ну, оно без разницы. В общем, стабильно оно показало 227 вольт. Да, вот оно, 228. В общем, у меня в сети напряжение 227 вольт. Вот так вот меряется переменное напряжение. Так. Можно померить постоянно, подключить какой-нибудь блок питания. Сейчас мы померяем. Вот у меня есть блок питания, 8 вольт. 8,5 вольт. Включаем его в розетку. Так. Вот он загорелся уже. И у него на выходе есть такая вот штука. И мы можем померить ее. Там есть плюс и минус, но мы даже если перепутаем, здесь покажет, что минус. Вот включаем, нам нужно постоянку, там 8 вольт, да, значит, двадцатки нам хватит, потому что двадцатка больше, чем 8. Вставляем один внутрь, а он не влазит, а нет, влез. Один внутрь вставляем, второй сюда. Показывает минус, то есть мы неправильно ставили, там внутри плюс, а не минус. Вставляем по-другому, минус, плюс внутрь, минус снаружи. Все, там уже не горит минус. Оно показывает 7. Ну, в общем, оно прыгает. А, ну, наверное, там просто у меня розетка такая кривая, она иногда отходит. Сейчас я возьмусь руками, потому что здесь напряжение небольшое, можно руками держаться. Вот все, я придержал блок питания, все, теперь нормально показывает. Если его отпустить, там просто розетка, ну, в общем, контакты там слабые уже, розетка такая разболтанная. Показывает 8,57. А на блоке питания написано 8,4. То есть... Выдает столько, сколько заявлено, даже больше чуть-чуть. Должно быть 8,4, а выдает 8,57. Но это, скорее всего, потому, как я и говорил, что напряжение больше. Оно выдает 8,4 при 220 вольтах. А так как там 227 вольт, а не 220, то оно выдает чутка больше 8,57. То есть прибор работает, блок питания правильно. Вот мы померили переменку. Ну вот, все правильно. Работают приборчики, все хорошо. Можно сейчас еще попробовать силу тока померить. Сколько здесь выдает? 1 ампер, 5 вольт, 1 ампер на моторчике. Вот мы его присоединили. Сейчас я подсоединю все в сеть и на моторчике померяем. Итак, здесь самое опасное, чтобы не закоротить. Просто потому что это сейчас выходит, горит блок. Вот. Мы берем два провода. К одному проводу мы подсоединяем наш блок, наш тестер. Ну, как бы не тестер, мультиметр, но суть. Суть ясна, как бы вот. Вот так вот мы присоединяем. А ко второму проводу, это мы к зеленому присоединились, соединяем вот так. Моторчик начинает крутиться, блин, как бы мне это... Просто мне нечем зажать, блин. Вот я держу. 0,13... Сила тока 0,13 ампера. То есть, как я подсоединил? К одному через один. Вот два провода, которые можно подсоединить напрямую к моторчику. Но мы один провод к одному проводу присоединяем наш прибор к одному проводу. И к одному из проводов. То есть мы соединяем. То есть мы, по идее, должны вот так сейчас соединить моторчик. Просто взять два провода и соединить вот так их. Один к этому, то проводу, другой к этому. Отсоединяем, моторчик крутится. Он крутится. Вот. Но мы делаем не так. Мы только лишь к одному проводу присоединяем наш моторчик. Вот к этому, допустим. И держим. Ну, я пальцем держу, потому что там сила только небольшая, всего лишь 5 ампер, 5 вольт. Меня не ударит. А через второй провод? А второй провод мы присоединяем не напрямую, а через прибор. То есть вот один провод я соединил, пальцем держу, а второй провод пускаю вот через прибор.
То есть вот, один провод на прямой моторчик идет, а второй через прибор, через вот заходит в этот щуп, и заходит в этот щуп, в красный идет в прибор, через второй щуп выходит сюда. И мы присоединяем вот так вот. Но здесь показывает, что мы неправильно присоединились, нам нужно к той стороне присоединиться, то есть типа это минус. И он выдает 0,13 ампера. То есть сейчас наш приборчик, моторчик работает с силой тока 0,13, 0,15. Вот. Пока лежал, бился об кровать, 0,13 работал. Поднял, 0,14, 0,15 работает. Это сила тока. А напряжение, напряжение, выдаваемое этим блоком, который к нам сейчас пришел, ставим переменку, так как это 5 вольт, 20 ставим. Напряжение 5 вольт. А, я же забыл присоединить. Мы же сейчас щупы меряем, типа силу тока, лоу. Вот. Сейчас покажет правильно. Думаю, что не показывает. Но просто слабенький ток не сгорел. А был бы большой, могло бы сгореть. Вот. 5,50. А должно быть 5. Ну, может быть, из-за того, что, типа, как я говорю, напряжение в сети больше. Плюс, может быть, сам прибор выдает. Ну, естественно, он же не будет 5 ровно выдавать. Может, 5,10 выдавать там. Вот. И плюс напряжение больше в сети, чем надо, и оно выдает больше. В итоге наш моторчик работает от 5 вольт и берет всего лишь 0,13 ампера, а блок питания может давать вообще целый ампер. Вот таким образом меряется сила тока. Вот такой вот приборчик. Так что вот, надеюсь. Но тот прибор, тот блок питания я уже не буду мерить. Тот, который я хотел померить, в котором 8 ампер. Потому что, блин, вот этот блок 8 ампер, мне кажется, он выдает больше. И поэтому можно спалить. Я лучше закажу в Китае еще один тестер. Кстати, этот стоит $5, вот этот вот примерно. $5 стоит этот прибор. А в Китае есть прибор, который стоит всего лишь $3.5. И там уже не 10 ампер, как здесь максимум, а 20. То есть им уже можно будет реально этот блок затестить. И он уже не сгорит. Поэтому я думаю, ну он стоит дешевле, чем этот. Можно его заказать и проверить им тот прибор. Этим я не буду мерить, потому что, скорее всего, он выдает больше. И из-за того, что он выдает больше, опять сгорит этот прибор. Поэтому, ну потому что здесь есть какие-то максимальные цифры, если ты даешь больше, чем максимум, то он может сгореть. А здесь 10 ампер максимум, а там, если, скорее всего, больше, чем 8 ампер. И поэтому он сгорит снова. Поэтому я не буду этим тестировать, этот блок питания. Для того, чтобы протестировать, куплю себе другой. Тем более, что он дешевле стоит, чем этот. Вот. Так что как-то так. На этом все. Всем покедова.